За два дня до начала учебного года глава города Сергей Сергеев лично проверял, что сделано в спортзалах гимназии Эврика и школы номер 7. Спортивный зал гимназии не успевали сдать в срок. На стенах свежая краска, пол был без покрытия и еще даже не был залит стяжкой. Раздевалка тоже была не готова. Но через несколько дней ремонтные работы в спортзале завершились. Благодаря усиленному контролю власти города за проведением ремонтных работ, уже сейчас спортивный зал гимназии Эврика полностью готов к проведению урока физкультуры. Капитальный ремонт спортивного зала в этом году для гимназии стал настоящим подарком. В зале сделано много. Новое покрытие, заменили отопительную систему, обновили спортивные снаряды. Завершены работы в раздевалках. Старую сантехнику заменили, установили новые душевые. Дети очень довольны, потому что такого спортивного зала у них не было. И 1 сентября они пришли, посмотрели на этот спортивный зал и говорят: хотим заниматься физкультурой. Физкультура будет для нас любимым предметом. В таком прекрасном спортивном зале. Помимо уроков физкультуры, в этом зале проходят и спортивные секции по баскетболу и гандболу. В новом учебном году открыта еще одна секция ушу. Уже со второй четверти обновленный спортивный зал будет принимать учеников гимназии, где заниматься спортами будет гораздо удобнее и приятнее.